Оно катилось липким окровавленным шаром, дышало жаром. Истекало своим нутром отчаянным, опечаленным. Диалоги вокруг него всегда строились запахом морга, интонацией торга. Вы еще тогда сильно испачкались об его след, которого нет. Крошки сухого корма теперь в вашей голове. Управляют руками, пальцами, пауками. Вас сожрали с потрохами. Вместе с теми, кто вечно сидит на диване в ипотечной нирване. Абсолютное поражение откормленного на убой мозга. Телевидение стало вами. Выключайтесь, пока не поздно, слышите? Не залипайте. Выключайтесь.